Самостоятельность дитя. Разумеется, чем более самостоятельное чадо, тем выше вероятность счастливой и безопасной жизни. Однажды меня спросили: «Ну а если чадо захочет спрыгнуть с 9-го этажа? Что же, надо позволить?» Вопрос настолько же актуальный, в том числе по аналогии рассмотрения и других ситуаций, насколько выглядит глупым при размышлениях. Когда дитя падает на полу, то получает соответствующие ощущения. Когда дитя падает с дивана или с дерева, то получает другие ощущения. Что делает глупый родитель? «Не лезь, я же тебе говорил». Какое мнение будет у дитя об окружающем мире, кроме жестокости и опасности? Какое стремление к познанию нового? Как отразится на развитии в школе, в институте, трудовой деятельности, личной жизни? Что делает мудрый родитель? Помнишь, как ты падал? Каково было? А если ты упадешь оттуда? Будешь пробовать? И тогда чадо начнет думать, анализировать, соизмерять свои силы, задумываться о безопасности, придумывать новые варианты. Какой вариант вам больше нравится?